я не разминаюсь, если честно, просто жусь, играю. Все. У меня друг здесь хорошо играет, он тащит команду, вот он на первом месте. Уже 9 убил. Кто еще из команды в контроль играет? Из нашей команды. Из нашей команды даже не могу. Вот Кач начал играть, я перешел в крылья сразу. А так обычно играем я, Саня Кокорин играет, там друзья у меня с Москвы, Шат иногда с нами играет. Кстати, Неймар играет в контру. Есть Суприм и Глобал, это как бы, ну, самый высокий уровень игры в этой игре, как бы самый топовый. А мы сейчас играем на низких званиях, потому что я ноутбук с собой не брал и играем с Кача аккаунта, у него новый аккаунт, и сейчас его пытаемся у него тоже Глобала сделать. Жека, зарежь кого-нибудь? Здесь съемка происходит, зарежь кого-нибудь. Топовый уровень нужно показать. Покажи свой уровень, мы тебя уже расхвалили тут все. Здесь как бы больше командная игра, ну как бы ты взаимодействуешь с командой. Прикрываешься, ну, да. Да, как, ну как бы... Главное, чтобы мы... Вот мы сейчас за террористов играем, нам нужно поставить бомбу. И, ну, зайти в плент, либо А, либо Б, поставить бомбу, как бы, и все, вот как сейчас мы это делаем. Вот мы сейчас зашли на Б, а у нас бомбу кто-то потерял на А, это плохо. Это очень плохо. Реально, иногда бывает, в команде попадают тоже русские ребята вообще, и фигню какой-то там бывает. Сейчас тишина, обычно там могут оскорблять, что-нибудь нести, вообще, тогда вот заводимся. Я все турниры смотрю. Ну, мышку не разбивал никогда? Я? Да. Не разбивал прям, но так ломал. Там, я как начинал играть, вообще не понимал, что говорят. Вот, видите, ассист. Я, то есть, я двоих с двумя стрелялся, я, ну, больше 50% у них отнял в жизни, как бы мои, как бы, товарищи по команде их как бы добивают. Друг играет вот сейчас он, да. С автоматом идет. Зарезал. А вот, пожалуйста, просили, зарезал, красавчик. Хорош, Жень. Жека, хорош. Засняли тебя. Люди, чтобы там, значит, ну, которые играют очень как бы сильно, они играют сутками в эту игру. Я так в свободное время, час, ну как бы, максимум там полтора-два часа. Ну я то есть сейчас вот, например, образно говоря, я отвлекал в меде, там трех человек собрал, а мои зашли Б и поставили плент, и как бы мы сейчас. Он в плюсе как бы получается. Тут помимо реакции очень нужно шарить головой, куда идти. Не, здесь больше тактика, чем стрельба. Ты больше здесь больше думать нужно. Свой язык он вообще. Свои какие-то. Да, язык Counter-Strike, да? Язык Counter-Strike. Если язык футбольный, а здесь вот язык Counter-Strike. Мне кажется, что они потом в комментах где-нибудь напишут. На какой-нибудь играй в футбол. Играй в футбол, да. Топовые игроки, которые, например, свой акт вообще, ну, до топа дошли, потом просто берут. Заново начинают деньги. И продают потом эти аккаунты, люди покупают, чтобы сразу, чтобы не проходить путь долгий. Я не знаю, фанат этой игры, прям я такого нет, я чисто для своего удовольствия. Да и все вот с кем я играю, ребят. Ну некоторые прям сильно заморачиваются там, что по-любому там выиграть. Так, ну, я, ну, понятно, любой человек хочет выигрывать, но вот у меня друг уже 24 убил. Ну, мы как бы за счет него, можно сказать, выигрываем. Но если бы, образно говоря, я бы играл своего ноутбука, я думаю, было бы так же, в таблице у меня. Вот возраст, вот, ну, вот там голос кто-то русский сказал, какой-то вообще из детского сада мальчик. Потом спрашивают, сколько лет, 10, 12, а все, вот я не вижу, так понял, они днями и ночами сидят. Как бы у меня такого детства не было, чтобы я днями и ночами сидел. Но это так вроде время такое школьное, а мальчик. Мне 13 лет, я играю тут. Я говорю, а что, в школу не надо идти? Нет. Вот сейчас у меня холодный почему-то. А у него снова даже холодный, волнуюсь, переживаю за чётчик. Хорош, Жек. Конечно, хорош он её. Надо учиться играть. 39. Да ты хорош. Конечно, хорош. Вот справа на машине. Вот справа. Застелы всё. Надо было мне с меда пойти. Обычно, как мы называем... С меда надо было пойти, да? Как мы называем таких людей? Крыса. С меда надо было пойти мне. Шорт есть. А у Евгения Башкирова еще не заходили? Заходили. Как у него дела?
Жек тоже хочет начать играть, я с ним потихонечку работаю, подвожу потом. Ну и я хочу, да, сделать так, чтобы ему интересно стало. А я почитаю пока. Я потом буду читать, а он играть себе. Перечитаю, постараюсь перечитать все его книги, которые он за всю жизнь прочитал. Ты видел? Я с 7 хп 1-1 остался. Да умничек. Были с вами Алан Чочик, Сергей Ткачев. Играйте лучше в футбол, чем в Counter-Strike, поверьте мне. Слишком много нервов. Всем удачи, спасибо. Спасибо.